Муж тут вчера без меня прицеливался, раскладывал по ребрике. Я приехала, смотрю, все так тут ровненько выставил их. И тут. Правда, тут на склоне травку посадил, чтобы она и держала берега. Ну, в общем, как-то вот так вот дорожка обозначилась. Один маленький кустик вот так распушился этой матиолы. Один маленький кустик благоухает один на весь сад. Вот даже до сих пор пахнет. Хотя уже утро, запах сумасшедший стоит. А днем вот эти пахнут алисом, напахивает. Петунька уже такая, вот это вот очень хорошо пахло, но она такая уже, я ее и подстригала, и всякое ей уже время приходит. Ну, красиво. Алису вот этот сиреневый прямо нравится мне. С беленьким вместе. Вот в эти дебри я боюсь заглядывать. Первый раз посадила тыкву. Она полезла вон там на забор, к соседям. Везде. И везде маленькие тыквочки висят. Я туда даже вот вчера залезла и сбежала. Там у соседей тоже. Но благо у них там грядок нету. Она тут вот мне и на малину полезла. Это вот мускатная. Я купила зимой тыквочку, а семечки собрала. И вот она тут что творит. Они вот такие вот маленькие кругом дульки. Вот там кабачок опять. Наверное, доберусь сегодня, распотрошу все это зеленое царство, иначе тут у нас все это заполонит. Моя любимая розочка расцвела. Я думала, она погибла этой зимой. Она выпустила вот одну ветку, одну единственную. К концу лета начала цвести. Надо подвязать. Иначе сломается от ветров. Одна тут, как тополь на плющихе, болтается. А эта вот, которая каждый год вымерзала, в этот год ей ничего не сделалось. И цветет себе, цветет. Тоже красавица. Сорта не знаю, был какой-то пересорт в магазине. Сама нежность. Пока некоторые спят, я позавтракаю. У меня хлебцы, взяла помидорку. Копченый сырочек. Я так из дома вышла потихоньку, чтобы не будить. Этот вот, ну он считается как творог, но написано белый сыр. Почему-то лежит там, где творог в магазине. Нам сегодня жаркий день обещают. По прогнозу до 26 градусов, а по радио сказали, что с утра дожди, вечером дожди, сильные ветры, короче, и непонятно. Ну, вороны уже радостные летают. Всем приятного аппетита. Ой, какая помидорка сладкая, сладкая, сладкая. Доброе воскресное утро. К концу лета у нас завтраки на кухне, на веранде, или как ее можно назвать. Ой, как вкусно.
Хлебушек с сыром, с помидоркой. Ночью я смотрела по прогнозу, должно было быть 12, ну не знаю сколько, но сейчас так прохладно. Вчера были в эстонской деревне, а сегодня у нас в Ихве будет Вируфест, ну какой-то праздник тоже. В центре города. Не знаю, еще поедем или не поедем. У мужа уже все ворота. Но жарко сегодня будет, поэтому не знаю. Днем-то как бы... Ну, хотя он внутри может заниматься там в гараже, говорит, прохладно. Мы на очередном празднике на выходных. У нас август стоит жаркий, как июль. Сегодня 29. Но ветер сумасшедший. И сегодня у нас... В Ихве празднуется Вируфест, а вообще это как бы сегодня день шахтера вроде бы. Тут вот все... Ой, что-то я тут чуть-чуть не споткнулась. Все заполонено машинами. 4 часа началось, но мы, наверное, время 6, наверное, час. Мы попозже подъехали, проковырялись на даче, порядок наводили. Ой, ветер, ветер сегодня с ног сносит. Уже слышна музыка. Концерт во всю идет. Там футбол он гоняет. А народ весь туда. Концертного дома в Ихве. Концерт Димая. Там вон качели карусели. Гамбургеры. А мы сытые, мы поели сытые. Рыбку жареную. Вот и песни столько на качелях, каруселях, на батутах. Вчера целый день на празднике. Это вообще пивной праздник. Ну, пивной, но... Не используйте стеклянную. Сюда мы зимой ходили белочек кормить и птичек. Почему день химика обозвали Вируфест? Сахарную вату делает. Делаем маленький или большой? Побольше. Но сейчас посмотрим. Там с детьми какие-то конкурсы проводят. Народу я столько не помню, чтобы у нас столько было. Да тут такой этот фудкорт. Все едят, выпивают, отдыхают. О, сколько народу. Все едят, пьют, отдыхают, в конкурсы играют. Там немножко пропустила опять укусу вистепел. Трава у дома. А мы вот к этому пригорочку. Вируфест. Дяденька сел. Aitäh, et teid nii palju siin täna on. Läksime.
торжественное открытие нашего фестиваля и церемония награждения лучших работников. Поэтому сейчас небольшая пауза, вы можете немножко прогуляться, насладиться блюдами, насладиться напитками, кто хочет мороженое. Народу все больше и больше становится. Здесь фудкорт. Ну, народу. Это выходные все не ели, да? Ну так, это мы с тобой поехали, покушали. Такие запахи отовсюду, конечно. Меня тоже в ту сторону подзывает. Потом вспоминаю, что мы рыбку поели. Думаю, боже мой, больше не войдет. Ну все. Ну как-то да, в воскресенье. В субботу бы праздник. Это вчера, видишь, Антоха же специально сказал, что они отработали один день, чтобы в понедельник был выходной. В пятницу отработали. Ага. А, ну все, мы домой. На всех посмотрели, себя показали. Завтра на работу, у мужа заканчивается отпуск. Мы решили дома побыть вечерок. Машина времени. Александр мечтает о мотоцикле. Александр, я тоже. Поэтому прокатите потом с ветерком. Давайте поаплодируем Александру. Команда спасателей. И еще одна. Ой, какие фотки классные. И две матрешки. А, дом суда продается. Ну, слушай, его разрушили. Бывший. Уже, да? Да, там уже разнесли все. Так, это все за поп-попы. Ну. Здрасте вам. Она яблочко, да, на газетке режет? Угу. Да. Или не, картошку? Банан. Банан? Ну. А шкурку не вижу. А, Тансима, да. Вот так. Кайлор, Майя, босс. О. Даже гамбургер по штанге в циркуле делает. Угу. Видишь, как даже мама держит за шапку. Огурчиками. У меня сегодня целое ведро. С утра насобирала, в воде замочила. Надо же посолить. Думаю, посолю просто.
квашеные сделаю. Белые квашеные. И буду, наверное, солить вот 5-литровую бутылку, которые войдут туда, как в прокрустово ложе. Хотя они все тут такие небольшие. Пища, конечно, сегодня. Сейчас ехали домой, 26 градусов на улице, вечер. Днем было 29. Муж пошел в гараж. Слышу, ворота заколыхались. Завтра на работу. Мне тоже. Лето заканчивается. У него отпуск. Наверное, все стройки наши тоже замораживаются. Но окна мы должны еще поставить. Еще двери не заказали. Нанюхали шашлыков. Хотя были сытые. Приехали, дома стали делать. Мы вчера купили 2 ведерка. Кстати, позавчера в магазине Lidl мы купили 1 ведерко шашлыков. Было по 4,69 что ли килограмм шашлыка. Обычного такого, ну классического. Мы купили 1 ведерко, пожарили. Ой, какой вкусный был шашлык. Прямо вот как вот. Прям как вот надо. Он такой в уксусе был. Там было мало маринада. То есть почти одно мясо было. Вчера мы поехали, а там купон на эту скидку. Оказывается, он действительно один раз. И мы вчера хватанули 2 ведра. А он уже все. Уже по 8 евро, по-моему. В общем... Накололись. Оказывается, купон, если бы мы в один день даже 10 ведер взяли, прокатило бы. А на второй день все, купон. Так, вот это крупные огурцы, они не войдут, наверное, в горлышко. Ну и на салат. Я думала, ты, Дань, что-то сверлишь. Да. Соображаю, сколько соли сыпать. 2,5 литра воды. Это мне, значит, надо 5 ложек соли столовых. 5. Что там? А? Камень? Вон ты, нет. А. Все такие. Уголь. Вот надо же вот так, да, его? Спрессовать как-то. Ага. Как будто формочка каких-то, да? Угу. Да, это вон для этих. Для грилей. Ой, неужели? Не войдут только 3 самых больших огурца. Так, сейчас чесночка, перчика, зеленушечки, водички, сольки. Я прям туда воды налью и соли насыплю, и так и сболтаю. А из нашего окна площадь красная видна. Дай сырочек. Сырочка. Сырочка.